Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно и видно. Будьте добры, поставьте в чат или плюсик, или огонечком, посигнализируйте о том, что со звуком все в порядке у нас. Ага, увидела, со звуком все хорошо. Ну и тогда начинаем наш сегодняшний вебинар. Тема нашей сегодняшней встречи – сервисы для создания мультимедийных публикаций. Поговорим об интересном таком цифровом формате, который позволяет создавать полноценные публикации, обогащенные разными мультимедийными элементами: изображения, видео, аудио, карты, анимация и разные другие объекты, которые внедряются внутрь публикации и становятся очень важной, неотъемлемой частью такой истории. Итак, вообще, откуда все это пошло, несколько слов немножко из истории, буквально. Забыла вам сказать, что, конечно же, эту презентацию вы можете скачать из раздела «Файлы». Вверху вы увидите этот раздел с загнутым уголком странички. Плюс записи вебинара тоже появятся через несколько дней на канале YouTube. И вы сможете пересмотреть ее, если что-то пропустили. Ну вот, немножко отвлеклась, теперь продолжаю дальше. Итак. Откуда вообще появились вот эти вот цифровые истории, цифровые медиапубликации? Появилось все от слова storytelling. То есть появилось такое понятие искусство рассказывания историй. Когда лучший способ передать знания, либо каким-то образом информацию передать, это рассказать интересную, захватывающую историю. Со временем это явление перекочевало в интернет и получилось наименование digital storytelling, то есть цифровой storytelling. Журналисты, писатели, просто заинтересованные люди начали создавать цифровые публикации, в центре которых были интересные персонажи, рассказывающие об интересном сюжете. Эти публикации апеллировали к эмоциям читателей, вызывали у них положительные либо отрицательные эмоции. Вызывали у них интерес, желание глубже погрузиться в тему. И вот для всего этого они использовали разные онлайн-сервисы, сервисы Web 2.0. Они включали в такие истории и видеофайлы, и аудио какие-то треки, конечно же, разнообразные изображения, не просто картинка, а изображения с эффектом параллакса, объемные, панорамные изображения и так далее. Опросы, спрашивали мнение читателей, там какие-то задания, викторины, все что угодно. И вот так со временем вот такая цифровая журналистика уже стала более полноценной, и мы без нее уже не представляем себе интернет. Если говорить о проектах вот таких, основанных на сторителлинге, на цифровых историях, то первое, что приходит на ум, это, наверное, проект «Арзамас». Я вам ссылочку в чат оставлю, как обычно. Если вы не знаете об этом проекте, то, мне кажется, стоит с ним познакомиться, потому что проект действительно интересный. Он создает интересные цифровые истории, причем разноформатные. Это не просто тексты могут быть, это интересные видеоистории, лекции по истории, литературе, искусству, философии и вот таким основным гуманитарным наукам. Здесь ведущими являются ученые, различные интересные люди. Сама редакция «Арзамаса» готовит интересные публикации, статьи, интервью со специалистами и многое-многое другое вот можно встретить на проекте «Арзамас». У них много лекций, посвященных, например, разным писателям, которые можно использовать в своей работе и рекомендовать читателям библиотек. Ну, я парочку лекций вам в чат отправила с ссылочками. Как я уже сказала, цифровые истории – это такое большое понятие, много разных форматов у этих историй. Это могут быть и аудио, и видеоистории, и истории на карте, на ленте времени. Но мы сегодня поговорим о таком формате, который называется Long Read. Первоначальное название – Snowfall. А началось это 10 лет назад, в 2012 году, когда появилась статья, которая так и называлась Snowfall. Ее сейчас можно найти в интернете, вот ссылочка на нее. К тому времени это действительно было очень неожиданно. Ну, во-первых, формат очень неожиданный. Это была интерактивная история о нескольких горнолыжниках, которые оказались под снегом из-за схода лавины в США. И такая история мгновенно набрала большую популярность. За
первую неделю уже было около 3 миллионов просмотров этой статьи. 22 тысячи пользователей смотрели ее одновременно. То есть вот такие цифры привели к тому, что вот это понятие «сноуфол», оно стало нарицательным. Сноуфолами стали называть вот такие статьи, которые стали по аналогии тут же появляться и рассказывать вот такие необычные истории необычными способами. Ключевым, конечно, здесь был текст, безусловно, но плюс к нему было много дополнительных материалов. Сейчас, правда, статья немножко изменилась. Как только она была опубликована, там, например, были 3D-модели гор, там был звук за кадром, то есть это все позволяло погрузиться в атмосферу и больше прочувствоваться этой историей. Правда, термин немножко поменялся, «сноуфол», от этого термина отказались, стали говорить «long read», то есть длинное чтение. Это действительно такие публикации, достаточно длительные, которыми можно заинтересовать пользователей и которые с интересом читаются. У нас в нашей журналистике, я знаю, такой проект делал издательство «Коммерсант». У него было несколько статей, посвященных разной тематике. Но я вот нашла в интернете день, когда началась война. Пример лонгрида, сделанным нашими журналистами, но тоже вот лонгрида мультимедийными. То есть там воспоминания свидетелей, участников событий, звук за кадром, тексты, естественно, различные другие элементы, которые позволяют лучше проникнуться в историю. О лонгридах много говорят и много пишут, что для них характерно. Ну, во-первых, это красиво. То есть лонгриды используют большие красочные. Да, у них есть и одни победы тоже, да. У них много, я не стала уже все ссылки вам в чат кидать. Если поискать, набрать в поиске «Коммерсант», то лонгриды найдем еще несколько подобных публикаций. Итак, красиво. То есть это большие фотографии, действительно хорошего качества, полноэкранные. Их разворачивают на весь экран, во всю ширину, для того, чтобы привлечь внимание. И видеоролики тоже различные. Иногда видео может выступать как фоном в такой публикации. Не основным элементом, а просто фоном, на котором будет разворачиваться текст. Дальше. Естественно, увлекательный текст, написанный интересно, со вкусом, с интересными подробностями, действительно приковывающий внимание. Эффектом погружения здесь достигается не только фотографиями и видео, здесь подключаются еще и другие форматы. То есть сюда можно внутрь ставить аудиофайлы. Привлечь внимание можно анимацией. Для полноты картинки можно карту добавить, ленту времени, презентацию какую-то, викторину, многое-многое другое. Герои этих публикаций, как правило, это что-то необычное. Необычные герои, необычные события, необычные истории и тому подобное. Ну и вот почему все-таки их читают? Мы все знаем о том, что в интернете такое сканирующее чтение, то есть мы перепрыгиваем с новости на новости, очень быстро просматриваем огромный массив информации. Действительно, в лонгриде можно вот так прыгать. То есть выбирать не всю историю от начала до конца читать, а выбирать фрагмент, который нам интересен, видео посмотреть, аудио послушать, может быть, текст почитать, может просто посмотреть изображение. Эта возможность привлекает пользователей. И таким образом о лонгридах говорят как об очень эффективном инструменте, не только для журналистов, но и вообще для рассказа о чем-либо. Поэтому на вооружение эти публикации взяли и педагоги, которые создают свои учебные публикации по этому принципу, и библиотекари, которые рассказывают о книгах и о писателях. Ну, давайте посмотрим, какие же инструменты для этого можно использовать. Если вы с какими-то инструментами знакомы, если у вас есть под рукой ссылочки на ваши работы, вы можете их в чат отправлять, естественно, задавать вопросы, если что-то останется непонятным. Каждому сервису я подобрала обучалку и пример. Примеры буду в чат вам отправлять, ну, а обучалки вы можете посмотреть уже, когда скачаете презентацию. Итак, поехали. Начнем мы от сервисов с меньшими возможностями к сервисам с большими возможностями. Вот так я сегодня выстроила. Скажите, пожалуйста, у всех ли заедает звук и видео? Если все в порядке, нажмите, пожалуйста, огонечек. Угу. Ну, по большей части все в порядке. Хорошо. Значит, это не мой косяк. Значит, это, возможно... Ну, звук, если слабый, можно прибавить громкости, я думаю, это не проблема. Если что-то заедает, то, может быть, стоит закрыть лишние вкладки и выйти из лишних программ или перезайти на сам вебинар. Вот такие вот проблемы, они, в принципе, можно их решить.
Ну вот, хорошо. Тогда продолжим дальше. Итак, начнем с сервиса СМО. Это сервис вообще для создания мультимедийных объявлений. Для таких небольших электронных публикаций, но и с успехом можно использовать для создания лонгридов. Правда, это не совсем лонг будет все-таки, они недостаточно будут здесь длинными, но тем не менее это цифровые истории, довольно полноценные. Внутрь можно добавить фотографии, аудио, видео, опросы, гиперссылки. Единственный недостаток, что здесь? Ну, английский язык, но это решаемо, и вообще он несложный в плане английского. Самая большая проблема, что здесь только 3 публикации можно создать. Но если сервис вам нравится, можно создать несколько аккаунтов или удалять одну публикацию, создавать новую. Давайте на него посмотрим поближе. Чем он хорош? Во-первых, здесь мы загружаем, выбираем какой-то шаблон. Здесь, собственно говоря, все строится на примере конструктора. И по большей части, вот все сервисы, о которых я буду говорить, они именно из конструктора состоят. Берем блоки, как кубики, и строим из них нашу будущую публикацию, как башенку из кубика. Кнопочки вверху нам подсказывают, какие блоки сюда можно внутрь этого шаблона вставить. Тексты, картинки, я пошла слева направо. События. Если вы рассказываете о каком-то событии, например, вы хотите создать мультимедийную афишу о своем мероприятии, то кнопочка «Event» нам подойдет. Там указывается дата и время. Вот. Аудиофайлы, точнее, даже не файлы, а по ссылке добавляются аудиотреки. Дальше у нас есть гиперссылка, embed-link она называется. Дальше формы. Что это такое? Это различные опросы. Голосование, опросы, обращенные к читателям. Например, если вы рассказываете о какой-нибудь книге, в конце можно спросить, как она к читателям, поинтересоваться их мнением. Дальше, title – это заголовок, gallery – это фотогалерея из нескольких фотографий. Если у вас не одна картинка, а несколько, можно устроить галерею. Bio – это биография, если вы рассказываете о писателе, о поэте, там, какой-то личности, можно ее использовать. Видео с YouTube по ссылочке. Button – это интерактивная кнопочка, она может ввести на сайт вашей библиотеки, на сайт вашего учебного заведения, на электронную библиотеку. Ну, по сути, такая гиперссылка, но в виде кнопки. Последняя опция, она бесплатно недоступна, это уже платный тариф, это файл для прикрепления файлов добавочных. То есть в основном вот все основные такие элементы здесь присутствуют. Они очень просто добавляются, щелкаем, переносим их в поле нашей публикации, их можно менять местами, естественно, между собой, ну и дальше редактируем, заполняем контентом. Картинки загружаются с компьютера, а все остальное добавляется по ссылкам. В общем, все очень просто. Публикацию можно создать минут за 20, если у вас уже все под рукой есть. Поэтому для начинающих, я думаю, неплохой вариант. Еще один интересный инструмент, называется он CART. Это сервис для создания одностраничных сайтов. Ну, по сути, тоже мультимедийных публикаций. Ну, они в данном случае называются одностраничными сайтами. Познакомилась я с ним недавно, пока могу только общими впечатлениями поделиться. Он, в принципе, очень похож на СМО по функционалу. То есть здесь тоже можно добавлять и фотографии, и видео, и аудио, и ссылки, и картинки, само собой. Здесь тоже есть шаблоны, но они такие уже более профессиональные, более интересно сделанные. И внутрь уже встроена анимация, то есть такие более качественные шаблоны здесь. Они рассортированы по категориям. Категории у меня сейчас на слайде написаны вверху. Давайте я пробегусь тихонечко, сейчас я найду список этих категорий. Итак, профайл – это рассказ о вас и о том, что вам нравится. Ну, рассказ о себе, представление себя. Лендинг – это шаблоны, которые позволяют рассказать о каком-нибудь проекте, о каком-нибудь продукте. Ну, они так и называются лендинги. Да. Форм – это различные опросы и голосования. Вот портфолио – это если вы хотите рассказать какую-то фотоисторию, какие-то графические дизайны показать, какие-то творческие проекты, то это в шаблон портфолио. Ну, а просто если у нас рассказ какой-нибудь с такими, состоящий из основных блоков, из основных частей, то подходит вариант последний – секционный, секшенет. Это как раз вариант лонгрида, то есть у нас есть публикация, которая разделена на маленькие главки. И вот они отделены друг от друга разделительными такими блоками, и мы можем пролистывать от начала до конца, все просматривать.
Как здесь работается? Опять-таки, ограничения есть. Это 3 цифровых таких истории можно создать с одного аккаунта. Опять-таки, если сервис понравился, можно создать еще один. Английский тут немножко посложнее. Ну, он переводится с помощью Google переводчика, но вообще сам интерфейс немножко посложнее будет. Хотя принцип такой же. Выбираем шаблон. Загружаем фоновую картинку в этот шаблон. Либо оставляем, что есть, либо свою с компьютера. Ну, а дальше можно редактировать то, что внутри шаблона. Ну, вот у меня сейчас на экране как раз конструктор, как это выглядит. Я выбрала любой шаблон. Вот у меня серый фон, это сюда нужно фоновую картинку загрузить с компьютера. Ну, а дальше на этом сером фоне вот какая-то информация идет. Картинка, текст, кнопочка и так далее. Дополнительно к тому, что есть в шаблоне, можно уже свои блоки добавлять. Я их выделила красненьким, вызываем их с помощью кнопочки «плюс». Итак, ну давайте по порядку. В принципе, набор нам уже знакомый. Текст, картинка, видео, аудио. Видео, аудио по ссылкам, картинка с компьютера добавляется. Галерея, это опять галерея из картинок. Таймер, ну отсчет времени. Если у вас там идет отсчет времени до какого-то мероприятия, например. Дальше лист, это у нас список. Buttons, это интерактивные кнопки со ссылками. Links, это просто ссылка. Icons, маленькие иконочки, картиночки. Из библиотеки сервиса их можно добавлять. Либо свои загружать с компьютера. Table, это у нас таблица. Ну и последний divider, это у нас разделительная черта, которая отделяет один блок от другого. Вот. Есть еще чуть ниже containers, это возможность из нескольких колонок сложить такую публикацию, добавить одну, вернее не одну колонку, а две, три и более. Вот. То, что у нас под замочками, это у нас уже дополнительные опции, они платные. Но в целом даже бесплатных возможностей хватает, чтобы создать неплохую, интересную мультимедийную публикацию. Вот, настроек здесь очень много. Вот если вы видите с левой стороны значочек шестереночки, это как раз настройки. Каждый элемент, который мы добавляем в проект, мало того, что мы можем его отредактировать, мы еще можем его настроить, то есть добавить, допустим, картинки можно добавить фон, гиперссылку, тень какую-нибудь. Текст можно по-разному форматировать, сделать наклонным, жирным и так далее. Точно так же можно поступить, допустим, с кнопочками, с галереей и так далее. То есть здесь достаточно много разного оформления, плюс анимация. Мы можем сюда добавить еще анимацию. Если нам что-то захочется, мы можем это сделать самостоятельно. Вот. Ну вот, пожалуйста, настройки, о которых я говорила. Слева текст, справа настройки для изображения. Сразу не пугаемся, здесь, конечно, все на английском, но, опять-таки, Google переводчик поможет нам перевести. Ну, вот все, что я перечислила, оно здесь появляется. Вот такие ползуночки позволяют настраивать. Например, вот что у нас здесь есть. Corner rounding у изображения – это закругление уголков. То есть, двигая этот ползунок влево или вправо, мы можем закруглять разным способом картинки, делать их более интересными. Ну, то же самое касается и текста. Расстояние между буквами, расстояние между строчками, ширина, высота, шрифт, цвет и тому подобное. Настройки более чем подробные. В общем, сервис производит вполне хорошее себе впечатление. Жаль, что мало. Вот. Ну, а в целом вот такое резюме. My Album. Я об этом сервисе рассказываю уже достаточно давно. Сейчас даже две ссылочки вам пришлю в чат. Заглянула в него и увидела, что он окончательно переделал весь функционал и весь тарифный план пересмотрел. И публикации, ссылки я вам отправила, они сделаны в старом редакторе. Ну, по сути, в основе своей сервис позиционирует себя как сервис для создания фотоисторий. Правда, если раньше это были фотолонгриды, то теперь здесь еще можно создать фотокнигу. Не только лонгрид, но и книгу. И самая большая радость, что сервис стал практически без ограничений, в бесплатном тарифе. То есть здесь нет ограничений ни на количество ваших историй, ни на количество объектов внутри каждой этой истории. Вот. В историю можно добавить тексты, фото и видео. Все грузится с компьютера. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит этот сервис.
как это все, вообще все работает. Сервис очень простой. Здесь минимум английского языка, максимум разных кнопочек, которые помогают нам разобраться, что есть что. Для начала мы загружаем хотя бы одну картинку. Она будет обложкой нашей фотоистории, то есть такой стартовой картинкой. Вот я загрузила вот эту картинку, какую вы видите на экране, и мне внизу сразу сервис предлагает 10 разных вариантов, как можно оформить эту картинку. То есть просто картинка с текстом, текст внизу, текст сбоку, текст чуть-чуть наезжает. Я выбрала вот такую фантасмагоричную из кусочков состоящую картинку. Естественно, мы щелкаем по, например, вот этой вот, по этому тексту, но я назвала это пока проба пера. Щелкнем по нему, и нам откроется редактор текста, и мы можем этот текст отредактировать. Вверху, в левом нижнем, в верхнем углу есть кнопочка Edit, это как раз переключение из режима редактора. Ну, сейчас режим редактора включен, вернем в обратную сторону, будет режим просмотра. И рядом кнопочка Add для добавления объектов. То есть вот первую обложку мы сделали, дальше нажимаем на кнопку Add и начинаем работать дальше. Принцип создания публикации. Нужно сначала создать страничку. Нажимаем на кнопку Page. И у нас появляется страница. Страница у нас появляется в виде разворота, вот такого. Но пугаться не надо, потому что мы можем это просмотреть как большую статью. Можем как книжку, конечно, смотреть, но можем как статью. Но редактор настаивает на разворотах. И вот на каждый разворот, на каждую такую страничку мы добавляем объекты. Опять через кнопку Add выбираем либо фото, либо видео, либо текст. Ну вот у меня, допустим, слева какое-то фото с текстом, а справа у меня будет просто обычный текст. Внизу библиотека опять-таки дает нам шаблоны, по которым мы будем редактировать. Шаблонов для текста тут немного, для картинок немножко побольше будет. С правой внизу стороны у нас кнопочки для редактирования, выбор шрифта, расположение текста, цвета текста и так далее. Выбираем что-то из понравившихся шаблонов и редактируем. С одной стороны, это убыстряет работу, мы так очень просто можем набросать историю. С другой стороны, наверное, не такой большие возможности для редактирования. То есть там каких-то суперэффектов здесь не получится, хотя все получается довольно красиво и симпатично с анимацией, там появление постепенное, эффекты параллакса, это все присутствует в этих шаблонах. И на выходе получается интересная фотоистория. Я пока в новом редакторе просто поработала, посмотрела разные возможности, такую прямо историю я не создавала, в ближайшее время постараюсь. Пока вот свою старую историю показала про снежную деревню. Но, в принципе, на выходе получается все примерно то же самое. Создатели сервиса позиционируют редактор фото, то есть внутри можно будет фото редактировать. Сейчас просто загружаем как есть, а в обещанном появится возможность сделать фильтры, обрезать, там, кадрировать и так далее. Будем ждать. Сервис очень симпатичный, интересный. Если у вас много фотографий в хорошем качестве, вы можете сделать интересную, увлекательную фотоисторию. Здесь как раз упор идет на картинки. Об этом сервисе я рассказывала на прошлом вебинаре. Если вдруг вы не присутствовали, я на нем расскажу. А тем, кто присутствовал, напомню, что это очень хороший сервис Сутори, который позволяет создавать интересные публикации в формате лонгрида и одновременно в формате ленты времени. То есть у нас в центре вот такая вот ось с точечками на ней. А с правой и с левой стороны в две колонки идет рассказ о каких-то событиях интересных. Вот про белого медведя я вам ссылочку отправила и про Александра Блока. Можно посмотреть. Итак, вообще-то можно сделать как ленту времени по датам. Одна дата слева, вторая справа. Но можно из этого сделать лонгрид. Я вот с белым медведем именно так и поступила. Добавляются блоки очень просто. Вообще интерфейс здесь очень лаконичный. Нажимаем на значок «плюсик», на входе получаем такую белую простыню. Нажимаем на «плюс» и начинаем добавлять разные элементы. Вот они. 14 дней бесплатного тарифа дают нам возможность попробовать все. То есть вот все эти элементы, которые сейчас видите на экране, можно добавить внутрь истории. Здесь и тексты, и картинки, и видео-аудио. Видео-аудио по ссылке, картинки можно с компьютера добавлять. Можно прикреплять файлы. Гиперссылки добавлять.
Есть хороший игровой блок, то есть здесь есть викторины, игра «Найди пару», интересный факт, который будет выделен определенным цветом и будет бросаться в глаза. Ну и для тех, кто хочет пообщаться с пользователями, можно придумать форум и опрос. То есть, по сути, здесь максимум интерактива. Выбираем любой блок, щелкаем, открывается конструктор. Какой бы блок мы ни взяли, вот я три на выбор взяла, то есть тут есть вот интересный факт, did you know, текстовый блок и викторина. Конструкторы абсолютно друг на друга похожие. То есть здесь один и тот же вариант с форматированием текста, например, выбором цвета. В викторине добавляем варианты ответа, отмечаем верный и даем объяснение, если необходимо. Во всех остальных случаях просто вписываем текст, форматируем. Плюс к текстам можно добавлять еще разные медиа. То есть это могут быть картинки, видео и так далее. Работать достаточно несложно, хотя и английский язык, все равно здесь все понятно. Попробуем с одним блоком разобраться, и все остальное станет намного проще. Я уже сказала о том, что он условно бесплатный, то есть 14 дней можно пользоваться всеми функциями без ограничений. Более того, этот сервис ориентирован на школьников, на учителей, поэтому здесь есть возможность создавать классы. Если вы работаете в школе, в учебном заведении, здесь есть возможность создавать классы и, более того, подключать совместную работу с учащимися, например, над одним проектом. Такая возможность здесь есть. Что происходит через 14 дней? Через 14 дней отключаются в основном интерактив весь, остаются только тексты и картинки и возможность создавать классы и совместную работу. Как можно выйти из этого положения? Появилась интересная возможность у этого сервиса, если перейти в свой профиль на этом сервисе и вызвать опцию «Extend my trial», «Продлить мой триал», да, продлить мою демо-версию бесплатно, то сервис нам предложит пригласить двух любых человек по электронной почте, послать им приглашение, чтобы они поработали в этом сервисе, и за это продлят нам тариф бесплатный еще на месяц. То есть с вас три человека, которых вы приглашаете, вам тоже продлевают. Причем без разницы, будут ли пользоваться этим сервисом те, кому вы пошлете приглашение, не будут. Вам тут же автоматом все продлят. Если адреса почты реально существующие, то вам продлят на месяц вашу работу. То есть, поэтому я думаю, что к сервису стоит присмотреться. Возможности у него хорошие, большие, интересные и, главное, что несложные. Вот. Ну, а если у вас много адресов электронной почты, вы можете приглашение сами себе посылать и таким образом продлевать свой аккаунт. Давайте посмотрим еще разные варианты сервисов. На очереди у нас ArcGIS StoryMap. Ссылочки, опять-таки, я пошлю сейчас в чат вам. Сервис, переведенный на русский язык. Работать с ним намного проще. И более того, в такую публикацию можно добавлять большое количество контента. Тексты, фото, видео, слайд-шоу можно делать, гиперссылки добавлять. Поскольку в названии присутствует слово map, карта, то, соответственно, здесь хороший упор делается на карты. Их можно добавлять, из них можно делать даже слайд-шоу, и на их основе можно создавать разные галереи. Вот. Поэтому, если у вас история привязана к каким-то географическим объектам на карте, например, достопримечательности города, рассказ о каком-нибудь интересном местах, об интересном месте, то вот это хороший вариант выбора. Ну, давайте посмотрим. Здесь немножко сложная будет регистрация, но про регистрацию в обучалке более подробно написано, там все пошагово. Но после того, как мы зарегистрируемся, получаем вот примерно такое пустое белое поле, на которое, опять-таки, с помощью плюсиков мы можем добавлять разный контент. Он здесь переведен на русский язык. Ну вот, например, в качестве текста здесь можно добавлять большой параграф, маркированный список, нумерованный список, разные виды надписей, курс большой, подзаголовок поменьше, можно цитату оформить, квота. Есть часть кубиков, скажем так, которые будут платными, но это не критично, даже бесплатных возможностей здесь хватает. Отдельным пунктом здесь стоит карта. Вот с правой стороны я добавила карту. Как она добавляется? Вводим адрес
На карте его тут же находят и нажимаем на кнопку «Добавить к карте». Вот так у нас интерактивно встраивается к карте. Дополнительно сюда мы вставляем описание объекта, какую-то информацию о нем, картинку прикрепляем. То есть получается такая интерактивная карта прямо внутри истории. Что здесь еще есть интересного? Картинки в разных видах можно загружать, можно на весь экран загрузить широкоформатный вариант, можно сделать слайдеры, вот, например, такой слайдер, что называется «Что было, что стало». С левой стороны фотографию места до, а с правой стороны фотографию места после одного и того же объекта. Ну и дальше можно двигать шторку и сравнивать, что было и что стало. Дальше. Очень интересные здесь фотогалереи. Вот одна из них, вот про Мурманск, столица Арктики, это то, что я пробовала. Необычные галереи или слайд-шоу они здесь называются, когда у нас с одной стороны идет описание текстовое и карта, а с другой стороны картинка. То есть вот три медиа в одном складываются, получается интересная такая штучка. С картой, с текстом и с картинкой, три в одном. И все это вставляется прямо внутрь истории, прямо тут же никуда не передвигаясь. Здесь есть и обычная фотогалерея, где просто набор картинок, но мне вот с картой особенно понравилось. Я попробовала, по-моему, получилось интересно довольно-таки. Есть автоматический показ слайд-шоу, когда просто картинки будут листаться на автомате, одна за другой показываться. В общем, возможностей здесь достаточно много, сервис довольно красочный, самое замечательное, что он пока бесплатный и на русском языке. Это два больших плюса, поэтому стоит к нему присмотреться. Похожий инструмент Adobe Spark, тоже он мне нравится, очень хороший вариант для создания мультимедийных публикаций. Он вообще-то позволяет создавать многое. Картинки для соцсетей, например, видео, небольшие слайд-шоу. И вот у него есть шаблон, который называется веб-пейдж, веб-страница. Это как раз оно самое и есть, мультимедийная публикация. Опять-таки мы получаем на входе белое безграничное поле и с помощью плюсика начинаем добавлять на него разные объекты. Вот я сейчас красную рамку вынесла на слайде, что здесь есть. Фотографии, тексты, интерактивные кнопки, видео по ссылке из YouTube добавляются, фотогалереи разных видов, глайд-шоу, это у нас интересное слайд-шоу, когда есть фоновая картинка, и на ней двигаются еще картинки, такое многокартиночное получается слайд-шоу. Ну и последнее, сплит-лейтаут, это у нас, когда две колонки существуют, одна прокручивается, другая остается неизменной, либо прокручиваются обе. Вот таким образом. Можно все эти кнопочки попробовать, посмотреть, что и как работает. Собственно говоря, как это работает. Вот, например, вариант для картинки. Здесь можно загрузить изображение, а дальше с ним поработать. Растянуть на весь экран, вот как сейчас. Сделать с экраном и еще с надписью прямо поверх картинки. Можно просто обычным видом вставить, либо сделать узкой полосой. То есть вот здесь более 5 возможностей самых разных, которых можно только картинкам применить. Далее, фотогалерея тоже разных видов. Все будет зависеть от количества ваших фотографий. Ну вот у меня их, допустим, 4, и мне предложили вот такой вариант. Внутри фотогалереи я могу двигать картинки, менять их местами, и фотогалерея будет тоже меняться. Их можно немножко подредактировать, обрезать, более кадрировать здесь, ну и сделать их более интересными. Причем все картинки будут кликабельны, то есть на них можно щелкать и открывать их в оригинальном размере, просматривать. Загружаются картинки с компьютера и здесь уже редактируются внутри. Далее, что касается текстов. Вот как раз с текстами здесь история похуже, потому что здесь не так много вариантов для форматирования. Можно выбрать шрифт поменьше, побольше и сделать подпись под фотографиями. Вот. С правой стороны у меня сейчас варианты оформления. То есть дополнительно, собственно, к контенту мы можем выбрать еще какой-то шаблон для оформления. На белом фоне, на черном, там, более винтажный, более мультипликационный и так далее. Можно пощелкать разные кнопочки и посмотреть, как будет более интересно смотреться история. Причем внутрь этого шаблона уже вставлен текст. В смысле не текст, а шрифт определенный. То есть можно поиграть и посмотреть.
если подводить итоги, говоря об этом сервисе, он очень даже неплох. Опять-таки, он похож на ArcGIS Story Map, но единственное, что здесь все-таки английский язык. Это будет немножко отталкивать. Ну, а в целом возможности примерно такие же, только вот карт здесь нету. Так все остальное очень похожее. Тоже хороший вариант для работы, для интересных публикаций можно использовать. Нет, он бесплатный, ограничений никаких нет. Идем дальше. Дальше ReadyMac. Это, сразу скажу, это условно-бесплатный сервис. Он вообще ориентировался на как раз журналистов. Он был адресован журналистам, которые работают над созданием цифровых публикаций. Здесь много можно интересных найти мультимедийных историй. Вот, например, «Авангард в театре 20 века». Посмотрите, насколько интересная публикация сделана. Там очень много анимации, там интересные заголовки. Я думаю, что это довольно долго над ней трудились. Она довольно впечатляюще получилась. В общем, по функционалу, как вы видите, здесь практически в публикацию можно вставить все. Тексты, фотографии, аудио, видео по ссылкам, слайд-шоу можно сделать, притянуть контент из соцсетей, добавить разные горячие точки. Ну, это такие кнопочки, на которые нажимаешь, открывается какой-то дополнительный ресурс или всплывает какая-нибудь дополнительная информация. Вот такой формат. Просто можно ссылки добавить, встраиваемые объекты, например, игру можно вставить, сделанную в каком-то другом сервисе, карту можно вставить, ну и для общения можно опрос добавить. В общем, интерактива здесь много. Один проект создается, и его можно сделать либо в виде статьи лонгрида, либо в виде презентации. Но в случае с презентацией будет 10 слайдов ограничения только, к сожалению. Увы, но возможности впечатляют. Сервис на английском языке. Здесь есть уже шаблоны в разделе Templates, можно на них посмотреть. Вот я один примерчик вам шаблона отправила в чат, там про освоение Марса. Посмотрите, насколько интересные шаблоны с огромным количеством анимации, очень необычной, как это называется, типографикой, да, с огромными буквами, с огромными цифрами. Мы такого, пожалуй, ни в одном сервисе до этого не встречали. Ну, вот здесь вот упор вот на такие большие заголовки, огромные цифры и буквы. Ну и плюс много анимаций и всяких параллакс-эффектов. Можно по шаблонам пробежаться и выбрать, что понравится, и редактировать шаблон. Есть возможность создать с нуля публикацию. Шаблон можно модернизировать, добавить туда разные объекты. Я, например, вот такой выбрала для примера с книгой. И внизу увидела кнопочку «плюсик», нажала на нее, открылась возможность добавлять разные другие кубики внутрь этой публикации. То есть вот тут и тексты есть, и формы есть разные, и видео, и аудио, карты, галереи и тому подобное. Если сложновато с английским, опять-таки, через Google переводчик можно частично перевести. Плюс с правой стороны вот такое вот небольшое меню тут появляется из нескольких кнопочек. Вот синяя кнопочка у меня сейчас нажата «Animation». Она позволяет анимировать все, что имеем. То есть можно текст анимировать, картинку, карту, да все что угодно, любой объект. Плюс там очень много кнопок для настройки, то есть текст можно настраивать, размер, шрифт, там, начертание и тому подобное. Картинки можно на весь экран растягивать, делать из них галерею, делать их маленькими, большими. Настроек здесь довольно много, и чтобы описать этот сервис, наверное, понадобится целый вебинар, поэтому интересный вариант для интересных нестандартных публикаций. Если вам такие нравятся, если хотите привлечь внимание пользователей, то вот ReadyMac – это хороший вариант. Ограничения, конечно, немножко стесняет. Проект один все-таки маловато, но опять-таки можно несколько аккаунтов создать и попробовать с ними поработать. Еще один инструмент – это уже бесплатный вариант. Это сервис Svai. Он, кстати, может присутствовать у вас на компьютере в разделе «Программы». И с ним можно работать не только в режиме онлайн, но и прямо вот в самом компьютере. Это продукт Microsoft.
Для того, чтобы в нем работать, нужно иметь учетную запись Microsoft. Но если у вас лицензионная версия установлена, у вас наверняка она есть, и вы знаете от нее пароль. Но если даже нет, можно зарегистрироваться еще раз. Итак, для начала регистрируемся, там все очень просто, по адресу электронной почты, придумываем пароль, а дальше начинаем работать. Этот сервис был создан для создания информационных материалов и презентаций, как утверждают создатели, за несколько минут. Можно загрузить внутрь этого сервиса публикацию, например, презентацию, и сделать из нее статью. Либо просто презентацию сделать мультимедийной, добавить туда разные объекты мультимедийные. Тут две кнопочки «Создать» и «Начать с документа». Если у нас уже есть готовая презентация, можем загрузить ее. Если нет, то начнем с нуля и получим белое поле, в котором будем опять через кнопку «Плюс» выстраивать наши блоки. Ну, давайте посмотрим, как это все работает. Вот у меня была презентация про мобильное устройство в библиотеке, я ее загрузила, и мне сервис предложил вот такое оформление автоматом. Если оно мне не нравится, то вот можно с правой стороны выбрать другой вариант оформления. Тут опять-таки, что называется, все подумали за нас. То есть там каждую буковку здесь не настроишь, здесь есть уже какой-то шаблон для оформления, вот из этих шаблонов и выбираем. С одной стороны, хорошо, что это быстро, с другой стороны, может быть, и не очень. Дальше. Выбираем стиль оформления. Как будет это все выглядеть? По вертикали это будет просто статья, ну, как обычно. По горизонтали это будет та же статья, только она будет листаться в горизонтальном формате. Ну, и слайды это просто как презентация будет листаться. Вот такие три формата нам здесь предложено. Это вариант с конструктором. То есть вот сейчас у меня вкладка «Конструктор» открыта. Это если я загрузила уже что-то готовое. И здесь внутри, конечно же, можно все стирать, удалять, добавлять что-то свое и как-то менять все это. Если я загружаю блоками, то лучше работать во вкладке «История». Опять-таки плюсик, и я отдельными вот такими блоками, карточками буду добавлять сюда контент. Ну вот первое у меня, допустим, текст будет идти с картинкой. Дальше, третья карточка, у меня картинка с изображением, сюда я могу какую-то подпись добавить. Следующая карточка, просто текст и так далее. Вот так, блок за блоком, через плюсик, да, добавляю элементы. Какие здесь можно добавить элементы? Ну, вот здесь, кроме того, что можно добавлять тексты, картинки, здесь много интересного мультимедиа есть. Например, можно добавлять внедренные объекты. Ну, например, презентацию вставить, если она где-то у вас опубликована. Игру какую-нибудь добавить. Все это через код вставляется и как отдельный кубик работает. Дальше. В разделе «Группировка» тоже много интересного. Здесь можно по-разному оформить картинки. Ну, например, можно сделать картинки в виде сетки, в виде слайдера сравнения. Я вам уже показывала в одном из сервисов, когда там одна картинка до, вторая после, и их можно так шторкой в одну и в другую сторону двигать. Дальше можно ряд сделать, это очень интересно, когда картинки в виде карточек, ну вот как колода карт рассыпается и по одной показывается. Ну и обычное стандартное слайд-шоу здесь тоже есть. Вот. Повторюсь, оно бесплатное абсолютно, это приложение, никаких ограничений нет, работает с презентациями и с большим количеством медиафайлов, поэтому, ну и на русском языке. Плюс здесь очень хорошая справочная поддержка. Вот я зашла в справку, и здесь вот такие красивые картинки, здесь все подробно написано, на что нажимать, как добавлять, что делать. На выходе мы получаем ссылку и код, и можно делиться и на сайтах, и в блогах. Более того, здесь есть еще большая зеленая кнопка «Поделиться». Она позволяет пригласить людей для изменения документа, то есть, по сути, организовать совместную работу. Вот. Когда у Microsoft спросили, не убьет ли их новый онлайн-сервис PowerPoint, они сказали, нет, ни в коем случае. Это два инструмента, которые позволяют работать. Только PowerPoint работает офлайн, а Sway работает онлайн и позволяет создавать публикации, те же презентации, но в интересном формате и представлять их на широкую публику. Вот. Сложно с этим не согласиться. Действительно, сервис очень приятный и простой в работе. Ну и закончить я хотела уже нашей российской разработкой. Это сервис Tilda, о котором наверняка вы слышали, знаете, а может быть в нем и работали.
Это конструктор для создания сайтов, ну, в том числе и мультимедийные публикации в нем тоже можно делать. И сделано их уже достаточно много. Здесь очень много интересных проектов. Я вам сейчас ссылочки отправлю. У меня такие литературные ссылки. Но вы можете заглянуть в раздел «Сделано на Тильде», зайти на сайт Тильда, и даже если не регистрироваться, а просто нажать на кнопки вверху и выбрать кнопочку «Примеры работ». Вот там в примерах огромное количество сделанных интересных публикаций, сайтов, и вы можете посмотреть, насколько интересные получаются мультимедийные истории. Бесплатный тариф достаточно неплохой, можно создать до 50 страниц мультимедийных, можно их связать в один сайт, а можно их сделать отдельными страничками. Но сразу большой плюс, что это разработка российских программистов. Давайте посмотрим, как они работают. Если вы впервые в этом сервисе, вам даже дадут 2 недели бесплатных возможностей на все. То есть часть блоков здесь будет платная, помечена она будет замочком или просто будет кнопка неактивная. Но вот за 2 недели можно попробовать все и создать действительно что-то такое безумно интересное. Как только бесплатный тариф заканчивается, ну, этот пробный тариф заканчивается, вы можете вернуться к бесплатному тарифу, либо оплатить платный, но и то, что вы создали уже, оно никуда у вас не исчезнет, если только вы не начнете это снова редактировать, тогда исчезнут платные блоки. А так, если вы сделали публикацию и не будете ее редактировать, изменять и заново переопубликовывать, то все платные блоки у вас так там благополучно останутся и будут работать. Блоков здесь много. Давайте по порядку. Итак, для начала нам предлагают выбрать шаблон. Здесь все на русском, поэтому достаточно все просто. Шаблоны все рассортированы. Можем посмотреть во всех категориях. Мне нравится из раздела «События». Обычно я оттуда что-то подбираю или из бизнеса. Вот. Отдельно тут для некоммерческих организаций нет, к сожалению, шаблонов, поэтому приходится выбирать из того, что есть. Последнее время я заинтересовалась разделом «Про», вот который самая последняя кнопочка у меня красненькая сейчас на слайде. Это интересные нестандартные шаблоны с интересной, как это сказать, с интересной анимацией, с интересной типографикой, ну и вообще такие интересные. Я знаю, что Национальная электронная библиотека делает в Тильде проекты. Я просто поискала навскидку, вот нашла 3 из них. Это проекты, сделанные на Тильде. Это спецпроекты НЭП про Циолковского, про прогноз погоды и про лыжный спорт. Вот. У них еще много чего интересного есть в НЭБе, если посмотреть. Вот они делают на Тильде, как раз выбирают шаблоны «Про», и у них получаются вот такие оригинальные публикации, чем-то похожи на «Readymac». Ну, так, такая же интересность, там большие буквы, большие цифры, интересная анимация, нестандартная. Вот. Поэтому, если вы уже такой продвинутый пользователь, ищете чего-то нестандартного, то можно в разделе «Про» поискать себе шаблончик. Ну и вообще, как показывает практика, здесь вообще можно начать с нуля и сделать свой собственный шаблон. Я даже расскажу вам, как это можно сделать. Ну, допустим, мы выбрали какой-то шаблон и начинаем его редактировать. Можно щелкать по шаблону и каждый блок редактировать, и будет всплывать редактор. Можем добавлять и свои блоки. Опять там через значок «Добавить», выбираем блоки, вот они у меня с левой стороны здесь, обложки, заголовки, текстовые блоки, изображения. Причем если нажать «Изображение», вот у меня сейчас как раз именно изображение нажато, то мы видим, что здесь внутри еще много разных подшаблонов. То есть картинку можно сделать просто картинкой, круглой картинкой, с текстом поменьше, побольше, развернуть на весь экран и тому подобное. Вот в каждом этом разделе скрывается еще несколько таких маленьких шаблончиков. Ну, здесь объяснять особенно не нужно, может быть, только подвал можно объяснить, это внизу обычно пишется, там копирайт пишется, там защита авторских прав, вот этот вариант. Но все остальное здесь довольно понятно и подробно. Щелкаем кнопочки, смотрим возможности. Далее. Ну вот, например, я выбрала модуль, который называется «Преимущества». Это такие карточки, на которых написан текст, и там какая-то информация содержится. Вот. Я щелкаю шаблон, стираю содержимое, набираю свое содержимое. Сохраняю это все, естественно, через кнопку «Сохранить». И вот так с каждым шаблоном можно работать.
Покажу еще несколько вариантов. Вот, например, видео. Видео тоже можно по-разному оформить. Можно целый видеоплейлист сделать, если он у вас есть. Можно YouTube-трансляцию с комментариями сюда вставить. Всплывающие видео, открывающиеся в отдельной вкладочке и тому подобное. Возможностей очень много. Опять-таки, а вот с правой стороны сама карточка для создания видеоролика. Загружаем файл. Ну, по ссылке с Ютуба, например, добавляем, постер какую-то картинку добавляем, ну, описание, и все это сохраняется у нас. Дальше. Если мы хотим чего-то большего, то есть еще раздел «Другое». Он довольно такой интересный, потому что там собрано все-все-все, чего вы не найдете. То есть через него можно вставить, например, встраиваемый объект, называется он HTML-код. Ну, например, игру можно вставить, презентацию свою добавить, там еще что-нибудь, какой-нибудь материал. Дальше карты, здесь же скрываются, Google и Яндекс есть, поиски, например, поиск Google можно настроить внутри вашей публикации. Больше это для сайтов, конечно, работает, но вдруг такая опция здесь есть. Можно продавать билеты на мероприятия через этот сайт, если подключить сервис TimePad. Комментарии можно подключить через эту вкладочку, ну и разные украшения добавить. Например, в Новый год там популярные снежинки, например, падающие. Вот такая есть возможность. В разделе «Форма и кнопки» можно настроить тесты, опросы и голосования, то есть такого интерактива добавить. Ну вот у меня сейчас карточка для опросов, например. Открываем шаблончик, стираем здесь все и добавляем свое. Ну вот, например, так получилось. У меня лучшая книга по версии читателей. Голосовать за книгу. А рядышком уже варианты вашего опроса будут. Точно так же примерно работает и тест. Там очень похожая карточка, только здесь уже не будет вот этих процентов. Просто будут варианты ответа, и читатель будет нажимать на кнопки и голосовать определенным образом. Вот. У каждой карточки есть много настроек. Вообще у каждого блока здесь огромное количество настроек. На этом слайде покажу вам. Ну, типографику можно настроить, стиль оформления, кнопки, цвет, размер этой кнопки, там, расстояние между буквами, между строчками, анимацию, параллакс эффект. Здесь огромное количество настроек, просто все не перечислить. У сервиса есть хорошая справочная база, как раз ссылка на эту базу есть в моей презентации, и там можно по каждому вопросу получить довольно подробную консультацию практически по каждой настройке. У картинки можно добавлять фильтры, перекрашивать их, там, делать потемнее, посветлее, обрезать, кадрировать и тому подобное. То есть здесь очень хорошие, наверное, лучшие настройки среди всех вот сервисов, о которых я сегодня рассказала. Теперь, что касается собственных шаблонов вообще. Здесь есть возможность создавать так называемые нулевые блоки. Это такие вот шаблончики, такие блоки, которые лично ваши, которые вы сами придумали, и сами там можете свой собственный контент вставлять. Это немножко сложнее, чем брать уже готовый, потому что там работа будет строиться из двух этапов. Сначала мы туда добавляем контент через кнопку «плюс». Здесь почему-то все на английском. Но разобраться несложно. Можно добавить внутрь вот этого блока, а мы получаем вот такой просто белый кусок чего-то, сайта, например. И вот на этот белый фрагмент мы будем вставлять что-нибудь. Тексты, картинки, формы, кнопочки, видео, tooltip – это всплывающее окошко. HTML – это разные встраиваемые объекты. Ну, форма – это разные опросы, голосование и тому подобное. Ну и галерея, вот. Вот такой белый лист, на него мы вставляем. Ну, я вот какой-то текст и какую-то картинку добавила. Это первый этап. Вот у нас блок сформирован. Настройки с правой стороны разнообразные. Тут и по ширине, и по высоте, и форматировать, и угол наклона можно сделать. Можно мышкой двигать, это все перемещать внутри блока. Вот. После того, как я все это разместила, ну, вот у меня получилось так. Вот у меня какая-то некая анимация, просто какая-то картинка, какой-то текст. А дальше нужно обратить внимание на то, что тильда, она адаптирована и для мобильных устройств. Вот этот zero блок, который мы сделали, это только для экрана компьютера работает. А на мобильном устройстве она может выглядеть совсем не так. Поэтому вторым шагом будет в работе вот над таким своим собственным блоком, это адаптировать его еще под мобильное устройство. Вот вверху есть кнопочки в красной рамке с левой стороны.
это кнопки адаптации, то есть здесь нарисовано все. Для мобильника вертикального, горизонтального, для планшета горизонтального, вертикального и для обычного компьютера. Приключаемся между этими функциями, смотрим, чтобы все наши вот элементы, они влезали внутрь вот нашей белой этой, белого блока. Ну вот у меня желтая анимация немножко вылезла и текст не поместился. Но в этом случае я текст уменьшаю, адаптирую, чтобы все поместилось. И смотрю, как оно дальше будет смотреться. Вот. Такая опция. Но зато вы становитесь обладателем своего собственного личного анимационного блока, и вы можете его использовать для нестандартных публикаций. Сделать, по сути, свой шаблон. Вот. Это, конечно, сложно. Это вот для более продвинутых пользователей, кому интересно, как, кто хочет покопаться, что называется, в настроечках, посмотреть, как все это работает. Ну, такая возможность есть, можно воспользоваться, если интересно, конечно же. Что мы получаем на выходе? На выходе нам предлагают назвать публикацию, даже можно выбрать ей электронный адрес. То есть по умолчанию там на конце будет тильда ВС, но все, что касается до слова тильда ВС, вы можете придумать сами. Ну, например, у меня была публикация IT Library. Да, IT-библиотека. Вот это вот название мы прописываем сами. Ну, а дальше сервис добавляет свое окончание, TDVS. На выходе можем посмотреть, что у нас получилось. Естественно, после того, как посмотрели, опубликовать. Кнопочки вверху в красной рамке. Получаем мы ссылку и код. Вот, ссылкой можно делиться в социальных сетях, а кодом вы можете эту медиапубликацию вставить даже внутрь какого-то еще сайта. Ну, сайт внутри сайта получается. Плюс вот эти вот все 50 страничек вы можете в один сайт сложить и сделать к нему меню, сделать таким полноценным сайтом, и будет у вас свое представительство. Ну, а если нет, они будут отдельными публикациями, каждая со своей отдельной ссылкой. Это тоже хорошо, можно делиться с читателями. Вот такая история, что касается тильды. На этом я свое такое беглое знакомство заканчиваю с сервисами. Если у вас есть какие-то вопросы, сегодня чего-то вопросов нету, никаких ни предложений, ни пожеланий, ничего не увидела я в чате. Может быть, если они у вас появятся, вопросы, то, как обычно, можно мне написать, я вот последний слайд забыла, со своими координатами, с блогами и сайтами, но я думаю, все прекрасно знают, где меня можно найти. Группа ИКТ-мастерилки ВКонтакте для педагогов и библиотекарей, там прежде всего и существует плюс Роза Ветров. Да, нам знаком сервис Супа, я о нем буду рассказывать, но немножко попозже, когда его освою. Сейчас пока мне о нем сказать нечего, потому что пока я его не освоила, смысла о нем говорить нет. Вот. Ну, я расскажу обязательно, но на вебинарах, посвященных созданию графики для соцсетей. Можно ли ссылку на группу ВКонтакте? Можно. Если вы минутку подождете, я вам сейчас ее скопирую и вставлю. Ну вот, пожалуйста, ссылка на группу ВКонтакте. Вот. Спасибо большое за ваше спасибо. Я пока пролистываю тут, пытаюсь увидеть чат. Да. Спасибо, я рада, что информация вам пригодится, что она была полезна. Не забудьте скачать презентацию, если это нужно. В группе ВКонтакте, как только появится запись, я опубликую все вместе. И презентацию, и ссылку на этот видеоролик. Так что, если захотите, можете в группу зайти, сразу получите презентацию вместе с видео. Как можно получить сертификат? У нас в самом начале публикации была ссылочка на получение сертификата. Сегодня Татьяна не смогла выйти в эфир. Ну, давайте я расскажу, как смогу. После того, как выйдете из вебинарной комнаты, какое-то время пройдет, и вам на почту, на вашу электронную, придет сообщение о том, что у вас сформирован сертификат. И вы сможете попасть на страницу Директ Академии, оплатить стоимость сертификата и получить его скачать. Вот ссылочку нам дали в чат. Вот здесь можно все более подробно о сертификатах получить. Ну, а видео будет доступно на YouTube, на канале Директ Академия. Там ловите буквально дня через два, наверное, оно уже появится.
Вот. А у меня в октябре еще будет 2 вебинара. Можете найти меня в списке вебинаров и зарегистрироваться. Если вам было интересно, то жду на следующих наших встречах. Спасибо вам большое за внимание. Но самое главное сейчас – берегите себя. И надеюсь, до новой встречи.